Накал страстей из-за маски в металлургическом районе. В продуктовом магазине продавцы устроили разборки с пенсионеркой. Персонал магазина просил бабушку покинуть помещение. Ее отказались обслуживать без маски. Возгласы и крики слышали все посетители и сняли все на видео. Выходит женщина, очередь не задерживает. Давай, я купила, пусть деньги отдает 20 рублей. Недавно в магазине прошли проверки на соблюдение мер безопасности в продуктовых магазинах, и, видимо, сотрудники стали более придирчивы к покупателям. Пусть отдастся, уйду. Вы ей маску я дайте просто и все. Я все покупаю. Что ты набирала? Вероятнее всего, бабушке все же пришлось покинуть супермаркет. Впрочем, судя по этим кадрам, сами сотрудники магазина неправильно носят маски. У одной активность скандалистки, к примеру, открыт нос.